О. О, светит. В общем, мы сейчас находимся в ресторане. Где резина мяса? Тима, дом спойлы. Где мама стояла полчаса в очереди. Да. Потом непонятно по какой-то причине мы должны были прийти через полчаса. Ну, если мы говорил, пойдем, он не захотел. Ну, это не самое главное. Самое вот что главное, посмотрите, стейки, которые нам дали. Это резина. Они очень резиновые, и вот эти вот, ну, как бы, ну, вообще, это очень плохо, очень плохо. Сегодня мы в самом бедном были, да, дочка, и то вкуснее было. В бедном чикен был вкуснее, да, в бедном, там, в предыдущем видео посмотрите, а в этом, короче, это самое. Ну, все фэнси, красиво сделано, так, прям вот на океане сидим здесь, вот здесь океан, там, плохо видно. Ну, стейки нам не понравились. Но они такие резиновые. Тима даже перестал есть его. Выглядит непонятно, как бы. Ну, проблема в Мексике с этим говядиной. Потому что здесь привозная говядина. Пока мне ее довезут, она уже 100 раз замерзнет. Разогреют, непонятно что. Так что глаза не делай такие большие, доченька. Нет. О, окей, понятно. Ну, все, вот вы поняли, да. Так что... Если что, остаетесь в этом отеле, Риа, как оно там? Валарта. Валарта, то лучше в буфете кушать, там больше выбор. Я думаю, что завтра мы вам покажем буфет, как там все находится. А на сегодня пока.